сегодня мы с моими двумя подругами играем в игру «Кто я?». Крутяк! Как в нее играть? Рассказывай. Мы должны надеть карточки, вот, собственно, эти ободки, и спрашивать у друг друга, кто я. Например, если Лита надела свою карточку к себе, спрашивает, например, я помидор. Если она отгадала, мы даем ей бал какой-нибудь. Ну, бал. Здесь он будет. Вот там. Допустим, если она не отгадала, то не засчитываем бал. А только, ну, все правильно Алиска рассказала, только не надо говорить «я помидор». Надо просто спрашивать, например, «я фрукт?» Ну, вы говорите «да» или «нет». «Я овощ?» «Да» или «нет». Там «я электрический прибор?» Или там, ну, неважно. Знак может быть какой-то дорожный. Все что угодно может быть. Какой угодно предмет. Ага, давайте открывать. Давай, открывай карточки. Доставай. Не подглядывай. А что ж ты их вверх тормашками перевернула? Переворачивай ее этой, как ее, спинкой. Перевернула? Угу. Давайте я перемешаю. И вы выберите по карточке. Так. Ты первая достаешь? Да. Перетусовали колоду. Достай мне. Сама не смотри, мне давай в ручки. А можно я перевернула? Прицепили Алисе карточку. Все, будем так. Да ну ты что прикалываешься, надо ее перевернуть. Алиска уже вот это. Зритель знает, что кто следующий тянет. Рита. Аня вытянула. Так, дает мне. Ну что, девочки, готовы? Все да, такие Аня. Красивые. Кто первый? Как Аня. Это? А почему, Аня, ты же первая доставала карточку? Ты первая доставала. Ладно. Так, ты задаешь вопросы, девочки тебе отвечают. Я еда? Да. Я овощ? Да. Я красная? Нет. Я зеленая? Нет. Я слива? Нет. Теперь вопрос, слива это овощ? Нет. Нет. Так, ну, Алис, еще какие будут вопросы? Я картошка? Нет. Я огурец? Ты же не зеленая. Нет. Что-то красное. Нет. Нет. Мыслительный процесс Алисы. Это что-то оранжевое? Да. Морковь? Да. Молодец. Алиска угадала, кто она. Можешь снимать. Смотри, какая ты милашка. Так, Рита, ты следующая. Давай. Задавай. Я человек? Да. Мальчик? Да. Ну, не обязательно. У нас тут кот роет подкоп. Все, вопросы закончились. Майки. Кто? Майки. Нет. Нет, ну он может быть чем угодно. Он может любым быть. Все. Что, все? Да. Все, ответа нет? Да, больше нет. Ты была учителем. О-о. Теперь Аня. Аня. Я человек? Нет. Я овощ? Нет. Фрукт? Да. Красного? Нет, не красного цвета. Зеленого? Нет. Оранжевого? Да. Апельсин? Да. Ура! Рита, ты пока отстаешь. Догоняй девчонок. Ну что, девочки, начинаем второй раунд. Карточки уже на головах. И теперь у нас задача усложняется, потому что мы будем отгадывать то, что у вас... Да, то, что у вас на головах, всего лишь за одну минуту. Mm-hmm. Алиса, ты начинаешь? Готова? Как скажешь, готова? Давай. Готова. Поехали. Задавай вопросы скорее, минута идет. Я зеленая? Нет. Я предмет? Нет. Нет. Я животное? Нет. Нет.
Я на дороге нахожусь? Нет. Нет. Я что-то, что есть в доме? Нет. Нет. Я фрукт? Нет. Нет. Я овощ? Нет. Нет. Кто я? Я кошка? Нет. Я вишня? Нет. Нет. Я крем? Нет. Я какой-то человек? Да. Я доктор? Нет. Кто я? Отлепилась. Алиса отлепилась. Все, Алис, ты не знаешь, кто ты? Нет, я не знаю. Ну, давай тогда снимай со лба свою карточку и смотри, кто ты. Гном. Гном. Так, ну что, счет 1-1-0. Рита, у тебя есть шанс отыграться. Давай. Я какашка? Почему сразу какашка? Нет. Минута идет. Давай, спрашивай скорее. Сон? Нет. Собака? Нет. Я человек? Нет. Нет. Я овощ? Нет. Я картошка? Нет. Я крем? Нет. Я зуб? Нет. Я банка? Нет. Банка? Спрашивай из вещей, может, что-нибудь. Так, у нас кошак дерет клеенку. Я кружка? Нет. Я буква? Нет. Аня, он и твою ногу, да? Цапает. И мою, кстати, тоже. И твою цапает. Кекс! Рита, есть еще вопросы? Я девочка? Нет. Ну, ты вряд ли девочка. Просто я мальчик? Я мальчик? Нет. Ну, собственно, минута прошла. Снимай ее свою карточку и смотри. Телек! Да, насколько ты была далека от истины. Нет, ты не человек. Я овощ? Нет. Фрукт? Нет. Телевизор? Нет. Нет. Электроприбор? Нет. Нет. Ну, быстрее, минута же идет. Животное? Ну, да, да. Кот? Нет. Собака? Нет. Попугай? Нет. Хомяк? Нет. Змея? Нет. Корова? Нет. Ящерица? Нет. Я фрукт? Нет. Ты же животное. Как ты можешь быть одновременно животным и фруктом? Я... Бабочка? Нет. Я бы сказал, полная противоположность. Ну быстрее, минута же идет. Воробей? Нет. Все, минута закончилась. Ты слон. И у нас в этом раунде никто не зарабатывает балл. Ты слон, бал. Понятно? Ты слон. Третий раунд. Счет по-прежнему 1-1-0. Начинает у нас Аня. У Риты пока нету правильных ответов. У вас с Аней по одному баллу. Аня начинает первая. Нет. Фрукт? Нет. Овощ? Нет. Животное? Нет. Знак? Нет. Ты не знак. Электрический предмет? Нет. Нет. Посуда? Нет. Как-то для посуды. Печка? Нет. Ты спрашивай, там это большое или маленькое? Очень огроменное прям. Это какой? Цвета черного? Нет. Ну он разных красного. Цветов бывает. Ну да. Радуга? Нет. Нет. Бабочка? Нет. Нет. Большое очень. Как это может быть бабочка? Рисунок? Нет. Нет. Листок. Листок большой. Минута прошла. Корабль. Ну, это было сложно, да, тебе не повезло. Так, Алиса у нас вторая. Я отклеилась. И минута твоя пошла. Я котик? Нет. А я рыженькая? Нет.
ты бываешь... Я собачка? Да! Ничего себе, рекордная! Я собачка. Ты хотела посмотреть? Да. Рекордное время. Алиска, ты была собачкой. Я собачка. Вот такая. Так, Рита, ну ничего себе. Подожди, минута не пошла. Пошла. Я кошечка? Нет. Нет. Я собака? Нет. Нет, это не животное. Это вообще не животное. Я овощ? Нет. Я тарелка? Нет. Ты близко к овощу? Да, близко к овощу. Морковка? Нет. Ближе. Абрикос? Нет. Еще ближе. Нет. Еще ближе. Банан? Нет. Ближе, ближе. Совсем один шаг. Я такое люблю. Я тоже. Это все любят. И очень полезно. Цвета там говори какого? Большого. Серого. Нет, не серого. Маленькое. Ну, не очень маленькое. Среднее. Бывает, да. И большое, и маленькое. И среднее. Как называется? Ну, ты это 100% знаешь. Да, прям помню наши традиции вот эти. Это чистить надо? Да. Не обязательно. Не обязательно. Оно серое? Нет. Время истекло. И вот что это? Ты яблочко. Ты была очень близка. Алиса, рассказывай пока что. Не знаю. Надо рассказать то, что... Надо подписаться на канал. Да. Вот здесь вот-вот. Вот подписочки. Здесь, вот тут. Вот смотрите, внизу в этом видео. Вот. И лайки тут вот-вот. Синенькие кнопочки, вот. Сначала нажмите на красную кнопочку, потом на колокольчик, чтобы узнать, когда выходят мои новые видео. Молодец. Ну что, подводим итог. Алиса, ты победила. Ура! Классно. Ну все, давайте тогда прощаться. Вот такая Алиса, у нас была сегодня игра. Лизка. Я все. Ты все? А вот и пошли. Всем пока. Всем пока. И подписывайтесь на канал Мисс Элис. Ставьте лайки. Ставьте лайки, лайки, лайки. Жду. Жду. И пишите комментарии, я читаю. Договорились. Пока-пока. Пока-пока.